во что и как можно вложиться. Разберемся, как получить доступ к биржам, чем отличаются акции от облигаций и можно ли на бирже купить зерно. Это можно уже землю продавать, тем самым, ну как продавать, это как сдавать квартиры и продавать их. Квартиры тоже тут добавляю, куда вложить. И зерно — это намек на то, что землю тоже можно сжимать. Что вы узнаете, что такое биржа и зачем инвестировать нужно брокеру? Как работают самые популярные инструменты инвестирования? Что такое биржа и брокер? Все просто. Биржа — это рынок, как овощной, но только вместо овощей на нем продается ценная бумага. Биржа следит, кто сколько чего купил, сколько чего в продаже осталось. Смотрит, чтобы все продавалось по закону и никто никого не обманывал. В каждой стране обычно есть своя биржа. Часто не одна. Самая крупная биржа — это у нас Соединенные Штаты, которые сейчас доллары считают. Такая штука. Есть еще криптовалюта USDT, так она называется, тоже доллар. Прикиньте, брокер — это компания, которая получает все нужные лицензии для биржи, соблюдает ее правила и платит по ее тарифу. Вы можете написать брокер, будете платить по его тарифу и соблюдать его правила. Брокер предоставляет частным инвесторам доступ на бирже и берет с них за это комиссию. Вот, за вас берет комиссию. Инвестор открывает у брокера счет. Кладете туда деньги, говорите брокеру. Что в каком количестве на эти деньги нужно купить или продать на бирже. Раньше люди ногами шли на биржу или звонили брокеру, чтобы подать заявки на покупку или продажу. Но сейчас все происходит через интернет. Можно, не выходя из дома, выбрать подходящего брокера, заключить договор и за сутки получить доступ к бирже через специальную программу, личный кабинет в браузере или приложение для смартфона. Самые ценные бумаги в физическом виде уже не существуют, только в электронном. Ну, есть некоторые. Биржа — большая оптовая база, где торгуют ценными бумагами. Получить доступ напрямую к бирже сложно, нужен брокер. Это тоже, конечно, понятно. Брокер — посредник, у которого есть доступ к бирже. На биржу частные инвесторы покупают и продают бумаги на бирже через брокера, конечно, за комиссию. Вышло как-то так. Что можно купить на бирже? На бирже много разных отделов. Они называются рынками. На рынке можно купить акции, валюту, драгоценные материалы и даже зерно. В первую очередь нас интересует отдел, где торгуют акциями. Фондовый рынок. Кроме акций, там можно купить облигации и НФТ, кстати, сейчас в тренде. Это инвестор. Сейчас рассказываем про каждый инструмент. Они не так страшны, как кажутся из-за названий. Вот что вложить? Облигация. Купить облигацию — значит дать государству или компании в долг под процент. Сейчас как в Украине военно-облигации действуют, поэтому там тоже можно подзаработать. Доступ компании хочет расширить производство, а на эту ей нужны деньги. Так, все, начнем.